Привет, брат. Слушаю тебя. Ну, что расскажешь? Ну, рассказывай давай. Что скажешь? Собираемся! Шевелись, шевелись, ну! Ну, привет! Чего застучали, мужики? Что могу предложить? Приятно иметь дело с честным сталкером. Надо же, как отлично все разрешилось. Теперь военные дальше блокпоста долго высовываться не будут. Основательно говоришь? Нет, я бы сказал, эпически. Правда, чего нам это стоило? Сколько военные над нами измывались, не пересказать. То рейдами донимают, то вертушками утюжат. Всю торговлю под себя подмяли. Если поймают с хабаром, сразу в каталажку. А если их заказ выполнять, так ведь все равно не заплатят, сколько обещали. Но есть правда на свете, истинно сказано. Как Халецкий нас бандитам сдал, тут терпение у ребяты лопнуло. Мы его взяли, а остальные вояки тут же в штаны наложили, не суются. То ли нас боятся, то ли своего командира. Нашли мы теперь себе место под солнышком, и никто нас отсюда не сковырнет. Ты пойми суть момента.
У вольных сталкеров теперь своя база есть. Да и кордон наконец-то в надежных руках. Заживем теперь. Эх, друг мой, делай планов прямо как в первый день творения. Базу до конца обустроить, это в первую очередь. Во-вторых, начнем людей к себе звать. Хотя, чё их звать? Как услышат, сами потекут, вот увидишь. Люди ведь знают, что мы за правое дело. А потом, как силами соберемся, станем бандитов гнать поганой метлой. Да сколько же их терпеть-то можно, ты мне скажи. Нет им здесь места. Ну а там двинемся вглубь зоны. Может, даже до самого центра дойдем. Сам знаешь, всякому сталкеру о таком мечтается. Я тебе точно говорю, впереди большие дела. Как видишь, забот у нас пока еще много. Но, как говорится, возрадуйся малому, тогда и великое придет. Лиха беда начала. У нас уже есть свой механик, свой торговец, ребята с золота. Можешь обращаться к ним в любой момент. Вот придут еще люди, ох, и развернемся тогда. Будь спок, я за собой повести смогу. Есть кое-какой опыт. Так что все это только начало. Надо же, как отлично все разрешилось. Ну, привет! Привет, брат! Слушаю тебя.